Привет, друзья, ставьте лайк, пишите свой комментарий под видео и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подпишитесь на наш телеграм-канал Новости Крипты и Твиттер, а также регистрируйтесь и торгуйте по нашим ссылкам в описании на биржах, для того, чтобы мы для вас стали лучше. Во время АМА-сессии соучредитель Эфириум Виталик Бутерин рассказал о будущих изменениях в сети. В прошлом году ключевыми обновлениями, имеющими большое значение, стали три крупных хардфорка Берлин, Альтайр и Лондон, передает Happy Coin Club. Бутерин рассказал, что в 2022 году самым важным направлением в развитии будет The Merge, слияние, после чего масштабируемость станет стержнем блокчейна Эфириум. С мощностью технологии развертывания и сегментирования комиссия за транзакцию будет сокращена до минимума. В дополнение к другим решениям, таким как EIP-4488, шардинг также сократит расходы на хранение данных в сети. По словам Виталика, в настоящее время прогресс составляет 50%, и после повышения масштабируемости этот показатель обязательно возрастет до 80%. Он он поведал много технических подробностей об обновлении The Merch, которое, скорее всего, будет завершено в июне. Согласно дорожной карте, опубликованной Виталиком в декабре прошлого года, Эфириум должен пройти 5 стадий по улучшению функциональностей. Первая The Merch, вторая The Surge связанная с реализацией Шардинга. Третий этап обновления Verge, который упростит проверку сети Ethereum и запуск ноды. Заперч удалит отдельные вещи для упрощения протокола и, наконец, The Splurge добавит абстракцию учетной записи обновления EVM. По словам Бутери, на первые две стадии наиболее важные для Ethereum. Что касается технологий второго уровня, таких как Optimism и Arbitrum, Виталик признает их значительный вклад в освобождение пользователей от платы за газ. Однако он отметил, что им не хватает децентрализации, которая защищает от мошенничества. Это и другие технические проблемы в настоящее время прорабатываются, но до их полного решения может пройти еще год. Еще одна сложность, которую признал разработчик, это риски безопасности между кроссчейн мостами, которые, по его словам, более сложны, чем мосты с кроссчейн развертываниями. Например, недавно уязвимость моста Solana Ethereum Wormhole привела к потере 320 миллионов долларов. Проблемы, которые выделил Бутерин, он назвал трилеммой блокчейна, куда входит одновременное достижение децентрализации, масштабируемости и безопасности. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы публикуем различные аирдропы, листы новых проектов и новости из мира криптовалют. А теперь вернемся к теме. По словам сооснователя эфириума Виталика Бутерина, несмотря на запланированные обновления эфириум 2.0, время подтверждения блока не уменьшается. В ответ на вопрос пользователя Reddit о том, почему переход с Proof of Work на Proof of Stake не уменьшит время подтверждения блока, Бутерин объяснил, что сокращение времени ограничено необходимым компромиссом между безопасностью и децентрализацией. В частности, это избегание сценариев, в которых узлы с гораздо лучшими сетевыми соединениями имеют преимущество. По словам Бутерина, надо понимать, что улучшение параметров одной переменной, например, скорости, как правило, может происходить за счет ухудшения параметров другой, например, сетевой безопасности. При этом компромисс скорости-время подтверждения блока и безопасности существует независимо от того, используется ли механизм консенсуса Proof of Work или Proof of Stake. Хотя и по разным причинам основная проблема, по словам Бутерина, заключается в непредсказуемости времени, подтверждения блока среднее время подтверждения блока может составлять всего 13 секунд, однако это не означает, что блок записывается ровно каждые 13 секунд. Существует вероятность того, что следующие два блока появятся с разницей в одну секунду, и Майнер с лучшим сетевым подключением скорее всего первым распространит следующий блок. При использовании PoS блоки поступают равномерно один раз в 12 секунд, так что проблемы сетевого преимущества не существуют, однако возникает другая. Наша версия Proof of Stake предоставляет блокам очень высокий уровень подтверждения требуются тысячи подписей, около 9100. Чтобы блок был включен в следующий слот, сказал Бутерин. Поскольку время, необходимое для этого процесса, скорее логарифмическое, чем линейное, сокращение времени слота вдвое не сработает, так как каждый более короткий слот будет по-прежнему занимать почти столько же времени. В противном случае многие подписи будут исключены из блокчейна, а сильно централизованные участники окажутся в более выгодном положении. По словам Бутерина, будущее обновления не сократят времени на слот, поэтому приложениям, требующим быстрого подтверждения придется полагаться на каналы или накопительные пакеты, обеспечивающие предварительное подтверждение. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.